Всем привет! И в этом видео скажу, как же поставить текстопак на сервер. Итак, давайте начнем. И для начала нам нужен сам текстопак. Вот он у меня есть. Называется bar bonus. И значит, что мы делаем, если у нас Athernos? Значит, нажимаем настройки и находим значение пакета ресурсов. Но сразу говорю, кнопки загрузки текстопака через эту не работает, поэтому будем делать через ссылку. Для этого нам понадобится сайт Dropbox. Вы должны на нем зарегистрироваться, если вы им не пользовались. И после того, как вы авторизовались, вы должны перейти на главную страницу Home и нажать «Загрузить файлы» и выбрать текстопак. Открыть. И после завершения загрузки нажимаем «Копировать ссылку». Теперь переходим обратно на Athernos, вставляем эту ссылку, и в самом конце мы должны поменять 0 на 1. Нажимаем «Сохранить» и запускаем сервер. Итак, давайте зайдем на сервер и перезаходим. Нас просят, хотите ли вы поставить текстопак сервера. Мы нажимаем «Да». Теперь ждем. После завершения у нас поставился текстопак. И теперь можно с ним играть спокойно. Его отключить нельзя. Это серверный текстопак. Поэтому вот так вот. И небольшое примечание. Когда я проверил это видео, я обратил внимание на то, что могут быть баги, когда вы ставите текстопак на сервер, если вы заходите с более новой версии. Особенно это если у вас текстопак на 1.13.2, а ваш клиент выше 1.13. Итак, вот у нас локальный сервер. Для хостинга абсолютно то же самое. Значит, мы переходим в файлы, если вы на хостинге, и открываем файл Server Properties. И находим пункт Resource Pack. Вот он. И как с Athernos, мы загружаем на Dropbox, копируем ссылку, дальше вставляем сюда и меняем 0 на 1. Сохранить. Как мы видим, локальный сервер запустился, и теперь, если мы на него зайдем, то нам напишет то же самое. Хотите ли вы поставить текстопак? Нажимаем туда. И, кстати, тут намного быстрее. И теперь у нас стоит также текстопак. Ну что, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Спасибо, что поддержите мой канал.